И снова здравствуйте, друзья! Вы на канале Super Dizet на TNSX Games и Super Dizet Derby. И сегодня мы начинаем очередной эпизод карьеры за Атлетико Мадрид в игре FIFA 21 на PlayStation 4. Итак, уважаемые друзья, продолжается карьера за Атлетико Мадрид в игре FIFA 21 на PlayStation 4. Из таких несколько технических новостей задерживаются поставки PS5 в Россию из-за того, что компания Foxconn, которая поставляет процессоры всяческим игровым гигантам вроде Sony PlayStation и Microsoft Xbox, сообщили о том, что у них произошла такая нехватка из-за микросхем, из-за этого теряется сразу смысл покупать за цену, которую была раньше, но при этом она будет чуть-чуть на 4 тысячи рублей завышена. Это то же самое может коснуться и видеокарт NVIDIA и AMD, на которые ставят некоторые персональные компьютеры. Ну, от технических вопросов мы перейдем к делу. И, соответственно, у нас кубковый матч четвертьфинала между Атлетико Мадрид и Сельтой Виго. Так что то, что вы сейчас увидите, это будет очень интересная битва. А теперь я вам напомню, что происходило до нашей встречи с вами, потому что мы играли встречу с Эйбаром и выиграли тогда 3-0. А вот из того фрагмента встречи там счет был 3-0, и, конечно, вот эта сухая игра Яна Облака позволила нам выйти, по крайней мере, если не в десятку, но хотя бы в пятерку лучших вратарей Ла Лиги Сантандер. Но мы сейчас это увидим. И вот Атлетико Мадрид в таблице чемпионата Испании имеет 57 очков. Барселона 48. Немножко она догоняет, но на 11 очков, или даже, скажем так, на 9 очков догоняет своего ближайшего преследователя. На 2 очка отстает Севилья. Она выпала из этой чемпионской гонки. Но я не могу сказать, что она выпала, но выпадет в любом случае, если ее догонит мадридский Реал. У них 42. 40 у Хетафе, 37 у Валенсии. Вильяреал немножко догоняет. 36 очков. Одно очко отставания от Валенсии может дать право на победу в следующей игре 22-го тура чемпионата Испании. Гранада дальше 34 очка. 33 у Реал Сосьедада, 31 у Реал Бетиса. 25 у Леванты, 24 очка у Депортиво Алавеша. По 21 защитному баллу у Атлетик Бильбао и Асасуны. 20 у Ибара, 19 у Реаль Вайдалида, у Эски 17 очков, 14 у Эльчи, 10 у Кадис и 8 у Сельты Виго. Соответственно, Кадис, Эльчи и Сельты Виго временно вылетают в Ла Лигу Смартбанк, то есть во второй по значимости дивизион Испании. Что же касается Кубка Испании, нам предстоят следующие встречи, которые вот могут быть сыграны. Реал Валидолид Севилья и Сельты Виго Атлетико Мадрид. А в это время Реал Мадрид обыграл Эспаньол и Валенсия обыграла Леванте с преимуществом в один мяч. Оба матча прошли с преимуществом в один мяч. Что же касается Лиги Чемпионов, то там в 1/8 финала, я уже говорил, будут играть ПСЖ и Атлетико Мадрид. Я вам просто напоминаю, чтобы вы были в курсе дела. Интер Ливерпуль, Порту Реал Мадрид, Аталанта Челси. Далее Барселона Лацио, Стад Ренн Лейпциг, Бавария Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд Пьемонте Кальчо. А Пьемонте Кальчо, вы понимаете, это в простонародье Ювентус. Тот самый Ювентус, Маурицио Сарри, если я не ошибаюсь. Или там Андреа Пирло. Ну что ж, друзья. Сейчас мы начнем матч Кубка Испании между Сельта Виго и Атлетико. Но перед этим давайте посмотрим на таблицу бомбардиров чемпионата. Не чемпионат, а Кубка Испании сейчас. Жезус имеет 6 мячей. Простите, Азар 4 и Де Томас 4 мяча. Среди наших игроков пока никого. Только лишь Месси занимает 17-ю строчку. Бензема 18-ю, Рама 16-ю. У них по одному забитому мячу. И почти на
несколько позиций ниже становится Паулиньо из Севильи на один забитый мяч. По сухим матчам Ян Облак пока еще не плюс. Ян Облак имеет один сухой матч. Ну, вы помните прекрасно, как он бился против того же Депортиво Алавеша. 2-2 была ничья, и в итоге, соответственно, Атлетико победила в 1/8 финала. По желтым карточкам у нас, как бы, желтую карточку у нас получил, по-моему, если я могу разглядеть, то пока никого нет. Красные карточки имеет, вот да. Красную карточку имеет, вторую желтую и красную, Кристофер Айер. Но на матче он будет присутствовать, если не изменяет память. А в Ла Лиге Сантандер следующая ситуация. 21 мяч у Абамиянга, 20 у Жезуса, 14 у Фелиша, 13 у Азара, 11 у Месси и Фетира, 10 у Гризмана, Матисса и Гомеса. Замыкает десятку с 9 мячами Милик, лишь только выпадает из этой десятки Эль-Насери, 9 мячей, Силва 8, Ракитич 8, Грилиш 8. Ну и дальше по порядку, там Саули Санчо 8 мячей. Пока что несколько лидеров у нас в этом чемпионате Испании, это все игроки Атлетико Мадрид. По сухим матчам Ян Облак имеет выход в десятку, 5 сухих матчей из 21 возможного. Желтые карточки у нас имеют, как бы, Коти 2 желтые карточки имеет за эту игру. Ну и, судя по всему, Дест и Пьянич пополнили. Ну и Мендес, кстати, пополнил количество красных карточек. Он на 7 месте по красным карточкам. Ну и Акампос тоже не без дела. Джордан, и Арауйо, и Пьянич, и Диоп. Диоп лидирует, кстати, по одной красной карточке у всех 9 игроков. Но мы не будем терять время. Не будем фактически терять время. И сейчас начнем игру. Итак, главный судья Альваро Ариас Ромеро даст свисток на стадионе Альстадио Абанка Балайдош. И состав Сельты Виго на ваших экранах. Бланко в воротах. Рубен Бланко в воротах у Сельты Виго. Айду Сайенс, Кришита, Малио, Оляза. Суарес, Йокушлу, Нолито. Тройка полузащитников и дуэт нападения. Гарсия и Мина. Соответственно, у Атлетико Мадрид 4-3-3 ложная девятка. Облак в воротах у Атлетико. Айр, Хименес, Трипьер, Лоди. Сауль, Торейра, Коти. Жезус, Марсиаль и Караско. Тройка нападения. Ну что ж, начинаем игру. Вот дебютант. Антони Марсиаль. Дебютант клуба Атлетико Мадрид. Надеемся, что он пополнит вместе с Жезусом голевой капитал. Если так правильно выразиться. Ну и, собственно говоря, все эти расклады теоретически отброшены в сторону. Эстадио Абанка Балайдос и команда из Виго принимает гостей из Мадрида. Ну что ж, когда-то за Сельту играли наши футболисты. Мы вспоминаем эпизоды с Александром Мостовым, вспоминаем эпизоды с Федором Смоловым после него, и вспоминаем также Валерия Карпина, который ныне выступает в качестве тренера футбольного клуба Ростов РПЛ. Вот они, Жезус и Марсиаль, два известных соперника, но вскоре станут друзьями в нашем клубе. И вот состав запасных у Эдуарда Кудета. Иван Вилар, запасной вратарь, Дэвид Юнга, Эмре Мор, Булая Диа, Кевин, Брайас Мендес и Икер Лосада. Желтые карточки имеют Якушлу и Мина. То есть два человека, которые были предупреждены в национальном чемпионате, могут пропустить в этом же чемпионате свои игры. Хотя бы одну игру. А потом уже дальше решат тренерский штаб, кого выпускать стартовый состав. Пьер-Эмерик Обамьянг, Фелиш, Суарес, Вицель, Санчо, Савич и запасной вратарь Гербич на запасных вытанжевого полка. Коти имеет единственный из предупрежденных у Атлетико Мадрид. И, соответственно, ему стараться надо играть жестче. Играть без какого-либо предупреждения или удаления. Пока вы видите ритуалы игроков и последние приготовления, я напомню, что вы можете поддержать это видео лайком.
Не забывайте нажимать на колокольчик, сделать кнопку подписаться всем цветом. И подписаться обязательно на наш канал, потому что только от вас зависит все, что сегодня будет в этой встрече между Сельтовиго и Атлетико Мадрид. Поехали! Не впечатляет пока первый пас, и тут же нарушение правил. Нарушение правил не в пользу Сельты. А пробьет свободный удар Кристофер Айер. Один из дебютантов, которого мы купили в зимнее трансферное окно. Лупит из угловых очень даже неплохо, но бывают какие-то ошибки. Итак, Кристофер Айер передает Торейре. Есть передача на Марсиале. Дать надо пас на Жезуса. Он это делает. И вот толкание есть, но этого не случилось. Этого не случилось. Так, Марсиаль. Передача на Коти. Удар. Гол! Первый гол в ворота Сельты забивает Атлетико. Капитан команды Атлетико забивает первым. И это Коти, который был предупрежден в одном из встреч Кубка Испании, забивает первым. А посмотрите, с чего начиналась эта атака. Тут же отбор мяча за Жезуса. Пас от Марсиаля. На Коти. И тут же Коти решил воспользоваться своим шансом. И вот этим мячом капитан Цубаса фирмы Adidas. Ну, конечно, так непривычно бить мячом, который не относится даже к Кубку Испании, на грамм. Пусть играют в Кубке Японии. В японском кубке, где сыграли бы Вигальдо Сендай и Кашима Антлерс. А пока у нас Коти забивает первым. И эта пятая минута становится для него счастливой. Ну что ж. Жезус борется за мяч впереди. Марсиаль, нет. Мальо. Его Мальо, Доминика Кришета. Ну и куда следует передача, где же адресат? Адресатом будет Кейран Трипьер, который подберет мяч и передаст Яну Облаку. Не допускает никаких ошибок, нужно Яну Облаку. Караска не торопится. В общем-то, надо сказать, первая минута проходит очень сильно. И какой подкат! Великолепный! Правда, мы не видели, кто это был. Гарсия. Гарсия с мячом. Отыгрывает на Юкушлу, который нынче предупрежден, напоминаем. Великолепный сейф Облака. Великолепное спасение. И надо сказать, что все-таки Атлетико подготовилось явно лучше в этой встрече, чем в предыдущей встрече с Депортиво Лаэшем в Кубке Испании. Но с Эйбаром было меньше проблем, надо сказать. Марсиаль. Марсиаль с мячом. Антони делает точную передачу, но куда эту передачу давать на Жезуса? Извините меня. В отборе мяча последовал игрок Атлетико, и вбрасывание из аута будет делать Сельтовиго. Айду. Гарсия. Суарес. Как Коти поборолся. Но не помог своему товарищу. Хименес против него Мина с мячом. Кейран Трипьер воспользуется своей... Ну, как сказать своей? Позволится чужой ошибкой соперника. Гарсия. Сельтовиго настроен, видимо, на какой-то успех. Но этого успеха не хватает. И Караску по ленточке пустил мяч. А те вообще загляделись. То, что Караску мог бы идти на прорыв. Ну что ж, Марсиаль. Коти, вот он. Удар с лету приносит успех. 2-0. Дубль Коти. Дубль капитана. Наконец-то он это сделал. А все началось вот этого навесного паса от Марсиаля. Он великолепно повел себя в данной ситуации. Ну и не стоит забывать и Коти, который убил убийственным ударом с лету того же Рубена Бланко. Посмотрите, какой удар с лету практически. Наказываем Сельтовиго. Не выходом из четвертьфинала. Коти. Его гол стал вторым в Кубке Испании. И догоняет он, судя по всему, по этому показателю Жезуса.
Тому еще надо забивать. Ну что же. Суарес. Итак, до перерыва остается меньше 10 минут. И, соответственно, Антони Марсиали готовит еще одну атаку и возможность забить первый гол. Ворота Сельтевигу, но, увы. Два навесных паса. И вот этот удар по воротам Рубина Бланку не принес толком ничего. Чтобы окончательно добить по системе гол плюс пас вот эту всю историю. Ну а на ваших экранах корнер. Корнер, который, может быть, и станет, по сути, не последним в этом матче. Жезус! Нет, соперники вовремя не отпустили соперников в самые дальние края. Штрафной площади, но Лито. Судя по всему, во-первых, у Сельтевиго чувствуется какая-то усталость. Видите, даже на верхней части экрана в левом нижнем углу, вот здесь вверху над игроком, стоит баланс сил, то есть стамина так называемый. Если игрок если у игрока покажется, что он сильно встает, то все-таки он, по-видимому, потребует замену. Ну а сейчас штрафной удар, который спровоцировал игрок Атлетико. И на 41-й фактически минуте матча Сельтевигу получает право на стандарт. И судя по всему, его подготовит игрок Сельтевигу Олаза, Лукас Олаза, с которым у нас были некоторые дружеские отношения в момент. И перекладина спасла нас. А вот у Коти доставляет проблемы для защиты. Два гола он совершил, два удара в сторону нанес. Ну что же. Счет 2-0. Практически скользящий такой счет. Очень скользкий. Наверное, Сельтевигу не нужно, нельзя ошибаться. Мина. На Окаю Кушлу. Гарсия. Мина получает мяч, но борется за него Трипьер. И вовремя поборолся. И минуту добавляет Альваро Ариас Ромеро на последнюю атаку клуба Сельтевигу. Но Сельтевигу, по-моему, упускает свой шанс. А мяч-то попал в ногу Хименесу. И поэтому угловой назначает судьи. И молодец Облак. Не будет последней атаки у Сельтевигу. И команда уходит на перерыв при счете 2-0 в пользу Атлетико Мадрид. Ну что ж. Вот вы видите проигравших, которые не успели отразить два удара Коки. Но один из них, но один удар Марселя отразили в итоге. Это мы все увидим, я думаю, в статистике, потому что, как ни странно, у обоих команд очень разная судьба в этом чемпионате Испании. А вот Реал Вальядолид и Севилья могут сыграть параллельную встречу вместе с нами. Но давайте зайдем в общие сведения. В общие сведения давайте зайдем и посмотрим. Коти имеет 2 гола, 5-5 ударом, 3-5 створ, 70-30 владение мячом, 4-4 подбора мяча, 1-1 по нарушениям. По одному угловому отметили судьи команды, но ни одним из них не воспользовались. Одна подавала в середине, другая в конце. И судья Альваро Ариас Ромеро дает свисток в свои часы. Я не вижу дополнительных замен у обеих команд. Но Юнка вышел на поле вместо Лукаса Олазы, который и так ошибался крайне много. Юнка может поддержать атаку из глубины. Или защиту даже из глубины вот здесь. Жезус убегает, убегает, как вовремя Жезус! И неуверенно сыграл. Обратите внимание еще на статистику владения мячом. 67-33, вот обновилась вот эта история, которая, может быть, и вас удивила немного. Было 70-30, стало 67-33. Ну и что же? Ренан Лоди. Передача на Караску, и она не точная. Сауль. Бускетс перешел в Тоттенхэм из Барселоны. И, соответственно, на самом-то деле,
Бускетс, может быть, станет главным нашим соперником в борьбе за Лигу Чемпионов. А вот нашим потенциальным в матче с ПСЖ может стать Рикардо Феррейра, который пришел из Лестера. Вот офсайд, первый офсайд у Сельты Виго. Удивительно. Вроде он не на одной линии, вроде он как бы на одной линии находился с защитником, но мне кажется, что судья был другого мнения относительно офсайда. Давайте учитывать, как активный и пассивный офсайд в этом ролике. И я прошу вас в комментариях обозначить, что такое активный и пассивный офсайд, чтобы многие понимали, как это происходит. Напишите в комментариях, что вы считаете активным офсайдом, а что вы считаете пассивным офсайдом по правилам футбола. Если вдруг будет видео ассистент рефери в той же FIFA, мы бы удивились с первой же попытки. Ну что ж, угловой подает Сельта Виго. И подавать будет Суарес. Суарес подает. И вовремя на своей позиции оказался Ренан Лоди. А вот здесь уже Кристофер Айер не должен нарушить правил. И он это вовремя делает. А в феврале состоится встреча Сельта Виго с Эльче. Если я не ошибаюсь. Да, с Эльче. На чемпионат Испании. А вот у Атлетико следующая встреча будет, скорее всего, с ПСЖ. Если я не ошибаюсь. И вот замена. Жезус получает травму. Вот это да. Вот это номер. И, соответственно, надо менять. Менять надо какое-то количество времени. Убить надо еще несколько секунд, 30, чтобы воспользоваться этой заменой. Ну что же, Жезус, если он и в какой-то степени не сможет принять участие в дальнейшем матче, то меняем его на Джейдена Санчо. А вот в оборонительной зоне, в опорной зоне, я бы добавил сюда Вицеля вместо Торейры. Ну что ж, двойная замена. Вместо Жезуса и Торейры выходят Санчо и Вицель. Если чем они могут помочь? Два игрока Боруссии Дортмунд, которые нынче выступают за Атлетико Мадрид в нашей карьере. Ну что ж. Жезус получил травму. Интересно, может ли он, насколько он будет выбывать. Неизвестно ли на долгий срок. Ну что ж, удар хороший. И, к сожалению, пропускаем первый гол. Ворота Атлетико, и это делает Мина, 22 номер. Капитан обменялся ударами с другим капитаном. Ну что же, смотрите, как все прекрасно сделал Мина. Пускать не надо было этот мяч, и защитники в итоге не помогли. И Санти Мина, первый гол и Испании. И это, вдумайтесь, 61-я минута, которая ничего толком не решает для Сельты Виго. Коке. Аристократический пас сделал на Вицеле, тот не ждал. А вообще, надо сказать, до окончания матча все больше и больше времени, и надо Сельта Виго забивать. Размахивает буквально своими. И пенальти. Пенальти, к сожалению, справедливый для нас, потому что Хосе Мари Хименес нарушил правила. Нарушает правила Хосе Мари Хименес, и самое время забить пенальти тому же Диего Нолито. И он это делает. Увы, Ян Облак снова не засейвил. Повторяется та же ситуация, что и была в матче с Депортиво Лавишем. Тогда экстра таймы все решили. Неизвестно, что получится в этот раз. Сельта забивает второй гол в ворота Атлетико. Но Лито имеет первый гол в Кубке Испании. А
Тем временем замена. Лосада вместо Мины. Лучше провел матч Мина, чем предыдущие игроки Сельта Виго. Лазов плохо провел матч, а вот Мина своей заменой провел лучше свой матч. А вот у Реала Валидарида встреча с Атлетико на чемпионат Испании. Интересно, что из этого извлекут баллисты Атлетико в следующей встрече. Мы это покажем вкратце. А вот что же касается матча Лиги Чемпионов, то это вы увидите несколько позднее. Ну что ж, 72-я минута, Марсиаль убегает. И попадает в перекладину почему-то. Караску должен поддержать атаку. Но зарабатывает вместо этого угловой. А нет. Удар от ворот. Рубен Бланко вовремя сконтролировал ситуацию. Хименес. И нарушение правил. Заметное нарушение, которое даст Атлетику еще один шанс приблизиться с выигрышем, приблизиться на выигрыш в один мяч. Хосе Мария Хименес. А до окончания матча остается меньше, или даже больше, надо сказать, 15 минут. Трипье. Коке. Санчо. Не успел Санчо пойти за мячом, фактически. Юнка. Гарсия. Снова Юнка. Убегает от Трипьера и от Коке может добежать. Но, увы, оборона Атлетико дает о себе знать. Джейдон Санчо убегает. Уходит вовремя от подкатов. Пробил, но пробил. Второй раз и Коке, у которого меньше сил уже. Надо вовремя выходить. Я на облаку, чтобы не получить при этом офсайда в сторону ворот. И одновременно свободный удар в сторону ворот Атлетико. Сайнц, кстати, вышел вместо... Нет, Сайнц, по-моему, не вышел. Он так и остался в стартовом составе. Сайнц. И хороший удар. Хороший удар есть. Ну что же, можно, я думаю, перевести дух. Назад на Рубена Бланко. Осталось примерно меньше 5 минут. Меньше 5 до окончания матча. И ничья говорит нам о том, что будет дополнительное время. Если ничего не произойдет в двух экстратаймах, значит, будет серия пенальти. Налез штрафную. И в офсайд попал Караску. Вот в очередной раз он попал в офсайд. И Рубен Бланко будет бить свободный удар. И вновь Хосе Мария Хименес поборолся. Коке. Есть опасный момент у Марсиаля. И угловой. Угловой показывает Альваро Ариас Ромеро на угол поля со стороны Сельты Виго. А подавать будет Атлетико, как мы видим. Ну и что же? Чем-то может отличиться Коке? Или все-таки Вицель поддержит эту атаку с глубины? Нет, еще одна будет попытка. Дубль 2. А вот Рубен Бланко, 25 лет и 4 сейва подряд он совершил в этой встрече. 4 сейва всего. Давайте лучше доверим Инике Феррейро Караско этот правый угловой. Неудачное выбивание. Марсиаль может подобрать мяч. Но, к сожалению, вместо этого получает контратаку со стороны Сельты Виго. Виго продолжает атаковать. 4 минуты добавил Альваро Ариас Ромеро. А в это время болельщики Атлетико просят об еще об одном чуде. 2 минуты еще остается играть. Ровно 2. А ведь это последняя атака может принести ничего толком для футболистов Атлетико. 4 минуты. То несчастье. И вот, видимо, будут экстра таймы.
4-12. Накапало на секундомере. И все! Экстра таймы нас с вами ждут. Нас с вами ждут экстра таймы. И, по-видимому, все решится в конкретном эпизоде. Я предлагаю посмотреть наши общие сведения и посмотреть статистику по итогу двух основных таймов основной времени матча. 2-2 по голам, 10-1 с ударом, 6-7 по ударам в створ, 70-31 мячом. Так и остается вот это вот вояние за владение мячом у обеих команд. 9-7 по отбору мяча, 2-2 по нарушениям. Одна травма у Жезуса, которая бы развязала несколько руки нашему тренеру Д'Анджело Полку, фактически развязала. 1-1 по офсайдам, 2-3 по угловым. Больше всех угловых подавала Атлетико. 63 по 63 точность ударов и точность пасов. 60 на 87 точность ударов и точность пасов у Сальтелико. Ну что ж, мы продолжаем. Первый экстра тайм. Чувствуется, будет повторение того же сценария с матча Депортиво Алавеш Атлетико на 8 финал. И мне будет интересно посмотреть, как Марсиаль поддержит атаку. Фактически из глубины. А может быть даже из ширины поля. Молодец, Сауль. Санчо. Какой прострел. Но, к сожалению, хоть и никто не помог. И вынужден обратить внимание, дорогие друзья, что фактически повторяется тот же самый сценарий, что и был в матче 1-8 финала Кубка Испании против Депортиво Алавеша. Тогда мы выиграли. Если повторится ли эта судьба, и мы сможем побить тот самый рекорд. И вновь вложится под мяч игрок Сельта Виго и капитан Коти. По-видимому, не успевает взять себя в руки. И аплодирует голкиперу капитан Хьюго Мало. Ник Феррейра Караско уходит с поля. Вместо него Пьер-Эмерик Обамьянг. Подача. Удар! Нет. Самин еще не сыграла, надо сказать. И, соответственно, капитан Цубаза не принес успеха игроку из Габона. Бланко на Лосаду. Те вообще загляделись. Что же Марсиаль? Удар Марсиаля! Ой-ой-ой. Марсиаль промахивается. Промахивается Марсиаль. И вот здесь ошибка в выборе позиции у того же игрока Сельты Виго. Грубейшая ошибка, на мой взгляд. И Марсиаль снова побежал за мячом. Но вводить его будет Рубен Бланко. Пошла уже сотая минута на нашем секундомере. Йокушлу. Лаза, напоминаю, нет после первого тайма. Он был заменен на Сайенса, похоже. И гол забивает Сельта Виго. Повторения сценария, судя по всему, не будет. А может быть и нет. 3-2. Но еще чуть-чуть и может быть мы увидим с вами... Ой-ой-ой-ой. Могли бы фактически нарушить правила. Но судья в итоге оставил без внимания. 103-я минута на нашем секундомере накапала. Обамьянг как легко разобрался. И тут же заработал аут для своей команды. Молодец. Поборолся за мяч. И какую же ошибку допускает 18-й номер Айду. Кике. Гарсия уходит с поля. Вместо него уходит десятка. Классическая десятка Сельты Виго. И это похоже на Диа. Похоже на Диа. Кристофер Айер не борется за мяч. И все-таки первый экстра тайм завершается со счетом 3-2 в пользу Сельты Виго. Сельта Виго, видимо, одерживает победу. Но посмотрите, как Сельта Виго собралась и разобралась. Общие сведения. 15-7. 11-7. 11-15, 7-7. Удары в створ.
равная ситуация, 69-31. 5-2 по угловым. 3-2 по счету. Все может измениться фактически во втором экстратайме. И наверняка будет серия пенальти, если ничего толком не произойдет. Второй экстратайм начался. Санчо. Джейден Санчо с мячом. Как легко поборолся. И в офсайд едва не попал. А хотя попал в офсайд Марсиаль. И свободный удар будет давать Робин Бланко. Будет бить Робин Бланко, простите, извините. Суарес. Нолито. Великолепно сыграл сейчас. И кто же это был? Это, по-моему, был Вицель. Удар! Гол! 3-3! Антони Марсиаль! Забивает спасительный гол, похоже, в этой встрече. Это спасительный гол. Гол спасения, гол чуда. А вот Сельта, похоже, не досмотрела за Марсиалем. Видимо, Робин Бланко не поверил, то, что мог быть такой удар. И в итоге вот это стоящее движение Робина Бланко повлияло на многое. Антони Марсиаль, первый гол в Кубке Испании. Дебютант заговорил о себе. 3-3. И 110-я минута накапала давным-давно на секундомере, хотя все может многое поменяться. Ауби буквально вынуждает играть в защиту. Вицель, Коке. И что же Марсиаль? Хороший голешник! 4-3. Вот вам и концовочка, друзья. Простите. Я окончательно закончу с голосовыми связками. Но какая игра? Какая игра сегодня? Марсиаль дубль, Коти дубль. Два игрока у нас отметились дублями, между прочим. Но кто завоюет хет-трик и станет героем встречи? Кубки Испании у Антони Марсиаля два мяча. Но кто-то должен забить этот хит-трик. 4-3. 4-3. Скользкий счет в один мяч. Очень скользкий для Сельты Виго. И надо сказать, что Сельты Виго можно уповать на свой собственный опыт. Ну и что же? Есть хороший отбор! Вперед, забивать! Тот вообще загляделся. Марсель вообще загляделся. Еще атаку проведет Атлетико или нет? И угловой на 118-й минуте встречи. Атлетико и его болельщики ждут чуда. И Дэнджел Полк тоже ждет чуда. Из чудес. А подавать корнер будет Коке. Он фактически устал. Сейчас мы сделаем один финт ушами. И что же будет? Дубль 2. Нет, дубля 2 не будет. Айр не забьет в такой ситуации. Последняя минута экстратайма, которая говорит нам о том, что Атлетико Мадрид, возможно, побеждает в этой встрече. Но мы не будем забегать вперед, хотя бы бежать впереди паровоза. Две минуты добавлено. И если Сельта Виго сейчас не забьет, те вообще в итоге забили. И нас с вами ждет серия 11-метровых ударов. Серия 11-метровых, которая, возможно, и предопределит, кто же станет героем встречи, а кто и вовсе покинет Кубок Испании насовсем. Но Лидо забил. Один раз у него получилось пенальти, а другой раз с обычной игровой ситуацией. Два гола на Лидо в Кубке Испании.
Итак, мы увидим решающий момент этой встречи. Серия пенальти. И в этой серии мы не будем как бы торопиться. Поэтому я предлагаю сейчас, в зависимости от рейтинга, в зависимости даже от рейтинга, я бы поставил Джейдена Санчо вслед за впереди Трипьера, дальше по ситуации. У Сельты Виго Кришета, Диано, Лито, Суарес и Окушлу и Лосада. Все остальные как бы фактически заменены, но еще будет шанс. Итак, первый удар. Доминика Кришета. Перекладина! Абамьянг. Есть первый. Мимо! Диа! Вот вам и сюрприз. И мимо Марсиаль. Тащит Облак! Сауль! Хороший голешник! Если мажет сейчас Суарес, то его команда проигрывает. Облаку ни в коем случае нельзя ошибаться. Есть! Есть! Мы в полуфинале! Атлетико в полуфинале благодаря сейву Яна Облака. Поздравляем! Вот так вот все и случилось на наших с вами глазах. Фух, сейчас надо перевести дух явно. Но посмотрите, какой невероятнейший сейв. В лежачем практически состоянии Облак выловил этот мяч. И побежали поздравлять и Лоди, и Коки, и Хименес. И все-все-все. И даже травмированный Жезус мог бы помочь попраздновать этот успех. Ну что же, со счетом 2-0 по пенальти и со счетом 4-4 в основное время Атлетико Мадрид побеждает. Но учитывайте то, что счет мог бы быть 5-4, если вдруг это произойдет. Если так прибавить плюс 1 гол Атлетико Мадрид, который был забит, который вывел на победу в серии пенальти, простите. Ну что ж. Ну а сейчас давайте посмотрим. Хотя смотреть же и нечего. Отправляемся на послематчевое интервью, а затем подведем небольшие итоги. Итак, итоги четвертьфинала на ваших экранах. Реал Мадрид и Эспаньоль 2-1. Валенсия Леванте 1-0. 4-4 Атлетико Мадрид Сельта Виго. Атлетико побеждает в серии пенальти со счетом 2-0. А Вальдолид победил в серии пенальти с Севилью со счетом 4-3. Но в основное время был счет 1-1. В итоге все было закономерно. Итак, дорогие друзья, меняется расписание и в матче Реал Вальдолид Атлетико. Там же Атлетико Реал Мадрид. И дальше в призовой фонд турнира нам добавили 60 тысяч евро. Давайте исправим одну проблему специально для этого. Специально подобранную. Так, Санчо может пойти сюда. А вот на позицию форварда пойдет Нисимура. В пару фактически к трем четверке нападающих в резерве. Шим Версальку пока еще не сыграл. А вот все остальные еще могут сыграть. Вот, кстати, Хауги может сыграть. И, в принципе, все. Еще раз напоминаем, что прежняя дата проведения 7 февраля в матче Вальдолид Атлетико назначена новая дата 6 февраля. То же самое можем сказать и про новую дату матча Атлетико Мадрид Реал Мадрид. 13 февраля 2021 года. Ну что ж. Вскоре стартует 22-й тур чемпионата Испании. И без Жезуса нам как-то будет не хватать. Без Жезуса нам будет не хватать, потому что он сыграл великолепно все игры с собственным участием. А теперь давайте посмотрим на календарь сегодняшних наших игр и предстоящих в том числе.
Значит, вкратце о матче будет матч с Реал Валидолидом, потом матч на кубок в полуфинале с Валенсией. Это будет полуфинальная встреча. Полуфинальная встреча на кубок Испании. Атлетико Валенсия и мадридский Реал против Реал Валидолида. Вот тут-то будет невероятная встреча. Потом у нас пойдет отдельным выпуском топ-матч с мадридским Реалом и отдельным выпуском топ-матч с Пари Сен-Жермен. Таким образом, выпусков у нас будет больше. Больше выпусков впервые за всю историю нашего карьерного цикла. Будет наверняка больше, поскольку дистанция 38 туров, и, соответственно, все вы увидите сами. Итак, дорогие друзья, на завершающих кадрах с меню FIFA 21 я прощаюсь с вами. В следующем выпуске мы обязательно встретимся. А пока, если вы еще не подписаны на канале Super DZ на DNSX Games или Super DZ Derby, ну что я могу вам сказать? Подпишитесь, поддержите лайком это видео, не забывайте нажимать на колокольчик и сделать кнопку «Подписаться» серым цветом. Ну что ж, в следующем видео вы увидите очень много интересного. И на этом я прощаюсь с вами. С вами был DZ с канала Super DZ на DNSX Games или Super DZ Derby. До новых встреч. Пока. Встретимся на футболе.